Любительские проекты, созданные на коленке, не часто добиваются славы. Даже хорошие игры почти всегда загибаются из-за плохого пиара или технических проблем. Но этот рок обошел стороной Legend of Aetherus. Более того, ощущение любительской подделки не ощущается. Прекрасная сочная графика, озвучка, анимация и грамотно написанный текст – все на высоте. Игра представляет из себя классическую RPG третьего лица, что придает ей некую приятную старомодность и заставляет вспоминать былые времена. Все по науке – прокачка, классы, способности. Кстати, способности можно использовать только если у вас есть определенные камни, которые выпадают из врагов. Поэтому, если хочешь что-то смертоносное, ты должен драться. Врагов тут куча, и они разные. Каждый тип привязан к определенной локации. Основные квесты проходят на отдельных зонах, куда нас переправляют с помощью летающего корабля. Сюжет поначалу не интригует и даже кажется, что он очень простой. Но поверьте, дальше все будет только лучше. Мир игры пережил несколько серьезных катаклизмов подряд. Все чаще появляются монстры, а солдат не хватает. Поэтому защищать свою родину вынуждены даже заключенные, одним из которых мы и являемся. Классов персонажей всего два. Маг и воин. Но они довольно условны, поскольку из-за древа умений вы можете создавать свой архетип, который может как рубить мечом, так и пускаться молниями или мастерски метать стрелы. В целом получилось отличное RPG, которое не хватает звезд неба, но прекрасно выглядит и играется. Редко такое увидишь от гаражных разработчиков. А купить игру вы можете здесь, на сайте игромагаз.ру. И помните, мир вас нуждается.